Они спасают жизни и всегда приходят на помощь к тем, кто в этом нуждается. Поисково-спасательному отряду «Рысь-Саров» исполнился 1 год. В начале своего пути здесь было не больше 10 человек. Сейчас в дружном коллективе уже около 60 добровольцев. И штат регулярно пополняется. В основном это происходит как? Люди заходят в группу ВКонтакте, находят нашу группу, заполняют анкету. Далее мы смотрим, разговариваем с людьми, готовы ли они там на те или иные мероприятия. Приглашаем, то есть проводим обучение по различным дисциплинам, такие как работа с картами, работа с компасом, с рациями, ну и все, что положено. За прошедший год отряд выезжал на 44 поиска. С помощью «Рысь-Саров» живыми вернулось домой 29 человек. Добровольцев чествовали в молодежном центре. Здесь для них подготовили концертную программу. Поздравить членов отряда пришел заместитель главы администрации Сарова Илья Волков. Он вручил благодарственные письма от городской думы и администрации Сарова. Ту деятельность, которую вы ведете, та ваша активная гражданская позиция, ваше мужество, безусловно, не поддается никакой оценке. И ваш день рождения. Хотелось бы пожелать вам, первое, чтобы с одной стороны количество активных ваших участников только увеличивалось, а с другой стороны, чтобы работы у вас было как можно меньше. С годовщиной, с праздником! Канал 16 присоединяется к поздравлениям добровольцев и желает, чтобы все их поиски заканчивались только так. Найден жив. Торжественный вечер завершили коллективной фотографией. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.